давайте, пока ничего такого у нас не произошло, чтобы мы нормально начали программу, погасим свечи и загадаем желание. Обязательно. Прошу вас. Давайте уже начнем. В городе 512 так и работаем. Ксюшенька, а позволь я тебе помогу, пока ты студию не сожгла. Как известно, раньше корпорация разрабатывала только бытовую электронику, теперь... Поэтому они хотят сделать машины, но получается все равно утюг. Все равно, но теперь их работа в данной отрасли достигла своего апогея. Собственно говоря, у автозаза тоже получается только утюг. Лена! Как бы... Смотрите, возможно, я чего-то не понимаю. Насколько я помню, в драматургии есть такая штука, как божественное вмешательство. Когда, ну что? Известно, раньше корпорация зарабатывала только на бытовой электронике. Представляете, вот как у человека висит фраза «бытовая электроника». Чувак, да, надо переписать. Я вспомнил, что у меня деда нет. Ну как бы, ну такой здесь класс. В натуре. Да нет, это ж типа, понял, есть жизнь за кадром. Сценическая правда. Мэтт, продолжай. Мякипелто. Сейчас. Это просто она разговаривает так. Заклинание «дождь», которое вы говорите. Да. Мякипелто. Вот как хотите, так и понимаете. У меня в чайнике, когда долго его не моешь, там мякипелто появляется. Такой, надо потом кислотой смывать. Да. Можно, кстати, лимонную кислоту, да, но очень хорошо. Мякипелто это все всплывает. Да. У нас просто в воде много кальция, поэтому у нас в чайнике... Анжело Мастропьет, вот таки вызвали этого чувака, который сделал дом в пещере. А теперь Мякипелто. Можно нам металл и блату? Я прошу прощения. Хоть куда-то, пожалуйста. Я не знаю, что происходит, правда. Просто я попросим помощи. Спасите. Она говорит какие-то слова. Она вспоминает каких-то чуваков, которые делают дома в пещере. Вот, это как бы тепло ничего делать, не происходит, но раз. Это как бы новость. То есть, вот надо красиво завернуть, красиво вдали. Вкусная новость. Так, идем, Ксюша. Господи, кто ты меня слышишь? Потом все. Давай потом все, давай. Встречал я женщину такую, ах, какая женщина, какая женщина, покрутитесь. Мне такую. Оба! А тебе снимочки это? Ксюша. Ой, Ксюша, ты же Света. Тише, все. Я немножко волнуюсь, но Света. Ксюша. Ксюша, мы долго вместе. Все-таки 4 часа это срок, я считаю. И я принял свое окончательное мужское решение. Одолжи сотел. Наша программа подходит к концу. 14 февраля... В этот день забудьте про работу и проведите его со своей... Извините, виноват, простите, пожалуйста. А это кто? Это все новости на данный момент. Это Игорь, да? Оставайтесь с нами. Не переключайтесь. Андрюха, это ты, я тебя узнал.